Добро пожаловать на мой канал анонсов, и всех интересует, вернется ли Белла. Напишите в комментариях, вам это интересно, хотите вы это знать? И я вам отвечу на этот вопрос. Всеми силами пытаюсь собрать информацию, как журналист. Да, Белла вернется. В этой серии, где ко всем приедут мамы, а к Тине Франк не приедет, к ней приедет Белла Кузнецова. И они будут выполнять испытания вдвоем, в то время, когда все будут с мамами. А я вам предлагаю посмотреть манюсенькое продолжение разоблачения пацана. Мне дал интервью муж одной из пацанок. Он и рассказал, как все происходило. За ними следят. И просто по собственной воле, не можешь, документы забирают. Олеся Петровицкая отказалась отдавать документы. Но когда их увезли на съемки, просто кто-то зашел, порылся в ее вещах и забрал ее паспорт. Это уголовка, понимаешь? И когда ты хочешь свалить, ты не можешь свалить, потому что тебе ни телефона, ты в чужой стране, ты даже физически не знаешь. Это вообще воровство людей, это...